Ну, это действительно значимое событие для меня, так как в наше время сейчас не слишком часто на предприятиях можно получить квартиру собственную, так сказать. Ну, очень благодарен, конечно, нашему начальству, нашему руководству, которое смогло сдвинуть это дело с мертвой точки. С баланса Бендерского шелкового комбината жилой дом был передан Министерству внутренних дел в 90-х годах. 8 квартир пустовали почти 20 лет. Решение проблемы нашли только сейчас. Была создана жилищная комиссия в части. Были запрошены документы у всех желающих. Желающих было гораздо больше, чем на самом деле. Были рассмотрены все вопросы о том, есть ли у сотрудника жилье, закреплено за ним какое-то жилье, было ли раньше жилье и нуждается ли на самом деле он в этом жилье. Новоселам теперь предстоит сделать ремонт, но эти хлопоты будут безусловно приятными, говорят сами пожарные.